недавнего времени Monatic стал продавать франшизы на использование своего бренда. И, конечно же, первыми купили такую франшизу в Молдове. Итак, встречайте Молдоватик. Дай мне болгарку! Знаете, такая легкая пародия, просто в домашний оделся и все. Да, меня зовут Ваня Молдоватик, и прямо сейчас я презентую свой новый альбом «Витамин МД». Ну что, Киев, вы готовы? Не скучай, получай витамин МД. Они просили, скажите на милость, сестрицы и братцы, кто построил великую стену, молдаване или китайцы? Ответ простой: никто не видел стену с другой стороны. На ней висит ковер, ведь вначале появились мы. Ну еще немного. Подумать только, 8 лет назад я раздавал листовки возле дворца спорта. И вот сегодня я раздаю листовки уже внутри дворца спорта. Да, я успешный, популярный, богатый молдавский артист. И многие меня часто спрашивают: слушай, малый, на следующий выходишь? А я им отвечаю такой: мы все куда-то спешим. А я не выхожу. Да, я не умею танцевать, как Monatic. Но с другой стороны, я еще и не умею петь, как Monatic. И многие могут подумать, как человек, который не умеет петь и танцевать, мог стать звездой. Но не надо осуждать ткача. Он талантливый парень. Звездой может стать каждый из вас. Каждый. Вот, например, ты. Молодой парень. Да, ты, выходи. Давай. Любой человек из зала. Просто можешь стать звездой. Просто попробуй. Витамин МД. Давай. Ну что, ну как? Чё-то меня не берет. Ну попробуй еще раз. И в конце хочется сказать, что я не Monatic, а простой молдаван. И хочется обратиться к своим. Здесь нет ни куплета, здесь нет ни припева. Я просто хочу поделиться. Это просто послание моим, тем, кто давно за границей. Италия, Испания, Греция. Где бы ни трудились вы, я хочу, чтобы вы знали, что вы молдаване, и этого не стыдились бы. Я пришел сюда в одном пиджаке, даже не имея рубашки. В игре со мной размовляли на мове, так и мне было тяжко. Иногда смеялись, иногда все молчали. И вот что я обнаружил: если любишь сам, то и другие полюбят твою молдавскую душу. Будьте крепкими, братья, оставайтесь с собой, чтоб плечом к плечу, друг за друга горой. Идите вперед против системы. Да, будут преграды мешать, но помните, что мы и строили стены, поэтому знаем, как их сломать.
Ну, еще немного. В молдавских семьях каждую пятницу происходит одно и то же. Умирает отец. Правда, к понедельнику он воскресает, но все равно каждую пятницу он умирает. Ну что, дети мои, я скоро уйду. Ой, надо слушайте! Скоро меня не станет на 2 дня. Так, где мой любимый штопор? Я тут, папа. Штопор, сынок. Где мой штопор? Что? Пар, ты что, глухой, что ли? Значит, я хочу вам оставить самое ценное, что у меня есть. Что это, отец? Завещание? Какое завещание? Это слова песни. Послание сыновьям. Садитесь, давай. Давай, давай, послушайте. Куриц покорми, в доме подмети, лук перебери, сено прокинь. Всю свою жизнь я косил траву, всю свою жизнь я точил косу, чтобы косить траву. Мопед в ремонте и наш трактор не починить. Плевать, зато не буду больше пьяным водить. Ух, слава богу. Буду просто ходить. И пешком можно пить, когда меня не станет. Сарай достройте сами из тех камней. Ну или, может, вот с тех камней. Их называют кирпичами. Цемент лежит за баней. Его в обой залей. 3-1. Молодец, штопор. Когда момент настанет, цемент вдруг твердым станет. Запускай свиней и поросят детей свиней. В природе так бывает. Свинья свинью рожает, свиноворот свиней. Ой, папа! Так, а ну не папкой! Завтра копать огород пойдем. Если проснусь, то пойдем вдвоем. Ну вы намек поняли, короче, вряд ли. Вывести себя из села, поверь, не трудно будет. Вывести село из себя, труднее себя из села. Что? Потом помедленнее прослушайте, поймете, хорошо? Я научу вас, как наживлять, чтоб рыбу ловить. Плевать и лишь потом червячка насадить, чтобы окунь клевал. Эй, все. Да слушайте, все, все. Для кого я всю ночь рифмовал? Когда зарплаты не станет, торгуйте волосами своих детей и волосами их детей. Пока деньжат хватает, пусть волос отрастает, как у лошадей. Отец, давай про соседа. Давай. Семья в селе есть нашим, где называют Сашей своих детей. А те потом своих детей. Таков закон сансары. И каждый сын Сан Саныч. Круговорот саней. Ой, Саня. Ну все. Дети мои, я все, я ухожу, давай, пока штопор, пока бочка, давай рассол. Давай. Что, папа уже ушел? Здорово, малыш. Да, только привет. Что ушел. Блин, в понедельник с ним поговорю, ладно. А вам не кажется, что наш отец немножечко странный? Ничего, скоро все такими станем. Давай! Когда сами станем, мы тоже будем с усами. Как у отцов, отцы с усами их отцов. Усы приходят с годами, доносим их за отцами. Круговорот отцов, ой, папа. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Знаете, если коротко, то жизнь молодой можно описать двумя словами: вино и работа. Мы надеемся, что наши дети будут жить лучше, чем мы, и их жизнь можно будет описать одним словом – сансара. Спасибо! Очень круто! Молдова, Стояновка! Ну что, музыкальный конкурс со звездой, финал! Мы решили пригласить президента Молдовы. Но он не поющий. Радует, что не стал врать, что занят. И, знаете, мы решили обратиться к нашим друзьям-украинцам. Мы в Украине никого не знаем, поэтому попросили Загорецкую и «Отдыхаем вместе». Кто самый популярный? Они в один голос сказали. Самый популярный — вот этот. Мы им доверяем, но на всякий случай — вот. Узнали, а? Ну, не все, да? Сейчас. А вот так? Узнали? Это наша звезда, точно. А вот так? Петр Черный! Спасибо! Эй! Зал, знакомьтесь, это Петя Черный. Петя Черный, знакомьтесь, это 3000 человек. Спасибо вам большое, что согласились с нами выступать. Как нам повезло, что в вашем плотном графике оказался свободен 2017 год. Подожди, мой золотой. Вы тут мне обещали 4 минуты на 1+1. Да. Так, мой милый цыган, не воруй мое время, а дай сделать что-нибудь, что надо. Спой по руке, пожалуйста. Пацаны. Пацаны, я не хиромант, и честно говорю, по руке я гадать не умею. Может, там быть, текст, так... прочитай, там текст. Эй! Ребята, у кого второй куплет? Ты чё? Ты что, руки помыл? 7 лет руки не мыл, а тут к финалу взял и помыл. Петр, извините, пожалуйста, это лига смеха. Здесь нужно что-то другое. Вы умеете что-то другое? Здесь нужно играть. Умеете? Ну, я могу на гитаре сыграть. Могу в карты сыграть. Могу картой на гитаре сыграть. А, так дела обстоят. Ну да. Ну давай в карты, давай. О, в карты мы золотой, да? На что будем играть? Если я выиграю, вы больше не поете «Ай-дай-дай-дай», поете другую песню, хорошо? Ваня, подсоби. Ну, окей. Блин, только руки помыл. Давай. Тогда по 4 карты. Да, да, давайте. Ну поехали. 1, 2, 3. 4. Мне, пожалуй, и 3 хватает. Давай. Сердце. 4 дамы. Короли. 3. Ай, подожди, подожди, я выиграл. Антон, покажите, пожалуйста, мою карту. А,
Ты ж мой король. Да. Красава. Да, я ну, красава, а ты пой. Хорошо? Другую песню, как и договаривались. Дима, дай слова, пожалуйста. Эта гитара не рабочая, я буду аккомпанировать. Хорошо? Питер поближе. Все. Среди старых кварталов нас ищут кобы, да каменный город, не все по дефолту, не перебивай, не перебивай. Пусть стены дрожат и дрожат по швам, это для КЗД, если тебя снял раз. Нас ненавидят копы, значит, мы наваливаем бас! Так вот для чего ты руки помыл, да? Петр, спасибо вам большое за то, что вы каждый раз на нашем выступлении за кулисами поете эту песню. Спасибо. Спасибо вам, мои сердечные, что впервые два цыгана в здании обратили на себя внимание. И это не вокзал. Давай! Мы родились в селе, мы же молдаване. Цыгане! В финале! Играли! Цыгане, молдаване! Счастье, маня, счастье! Дорогие друзья, с вами была Стояновка и Петр Черный. Эй, это Саша Белый, Петр Черный. Опа!